О том, что сахар вредит здоровью, известно каждому. А что мы знаем о влиянии на организм соли? Последствия чрезмерного употребления количества соли длительное время никаким образом не отражается на внешнем облике человека, но спустя время может существенно отразиться на внутреннем состоянии. Чрезмерное потребление пищевой соли, как она сейчас называется, может вызывать болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой. В первую очередь, повышенное содержание соли, оно приводит к повышению артериального давления. Ну и опять же, людям, у которых уже диагностирована гипертензия артериальная, им рекомендуется снижать содержание пищевой соли в своем рационе. Отказываться от соли полностью также не стоит. Недостаток ее также опасен, как и избыток. Определенная доза хлорида натрия нужна нам для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. К примеру, мы теряем соль во время интенсивных физических нагрузках. Наш организм долго восстанавливается, и ему просто необходимо пополнить солевой баланс. Наш организм достаточно долго восстанавливается, но ему солевой баланс, электролитный баланс нужно восполнить. Наше нервное окончание, наше мышечное окончание за счет нормальной концентрации электролитов, ну, в наших биологических жидкостях, они правильно сокращаются и синхронно сокращаются. Существует много видов соли, но различия в составе незначительные. Есть, правда, соль йодированная, туда добавляют йодат натрия, натрий йод О3. Это йодированную соль рекомендуется потреблять в тех районах, где нехватка йода в пище, ну, где, в частности, низкое потребление морепродуктов, ну, поскольку йод необходим для нормальной работы щитовидной железы. В целом, заменить пищевую соль как питательное вещество нельзя. Есть вариант с соевым соусом, но в его состав также входит хлорид натрия. Получается, мы не заменяем соль, а выбираем другой источник ее получения. Употребляя соль в умеренном количестве, вы оказываете своему организму большую пользу. Нормализуется артериальное давление, снижается нагрузка на почки, уменьшается риск развития болезни желудка. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз.